Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Сегодня, пока мои туристы фотографировались, у меня было достаточно времени, чтобы снять для вас небольшое видео. После просмотра этого видео кто-то из вас вспомнит поездку в Рим, ну а тот, кто еще не был в Риме, заочно прогуляется по городу. Это видео для вас, кто принимает меня такой, какая я есть. Ну а тем, кому не нравится мой голос или манера подачи материала в видео, то даже не начинайте смотреть это видео, проходите сразу мимо. Не тратьте свое драгоценное время на то, что вам не нравится. Сегодня у нас с вами будет просто прогулка по городу, без объяснений и пояснений, где мы находимся. Зато в следующем видео я покажу вам что-то очень интересное и новое, что ни разу вам не показывала. Я сегодня поднималась на купол одной из римских церквей, где во время Второй мировой войны 7 месяцев между сводом и крышей церкви прятались 15 человек. И чтобы их никто не нашел, они были замурованы. Их жизнь протекала на дорожке из деревянных досок шириной менее 2 метров. Но не буду я вам сейчас все рассказывать. Думаю, дня через 2 загружу видео, и вы все сами увидите. Ну все, дорогие мои, не буду вас отвлекать лишними разговорами от прогулки. Гуляйте и наслаждайтесь. Приятного вам просмотра! Yeah.
Катенька. Thank you.
Prima detto quello che no arriva bene, ma non si sarà mai.
Thank you.